А вот работники коммунального хозяйства и дорожного комплекса свою пятницу провели на стадионе. Соревновались и заряжались настроением. Спартакиада традиционная, выявляет самых быстрых, ловких и сильных. Они и представят Междуреченск на областных соревнованиях. Яркие моменты покажем прямо сейчас. Я думаю, что сегодня мы все покажем, не только и участники, но и наблюдатели и зрители, отличные результаты. Я бы хотел вас поздравить с этим спортивным праздником, отметить вашу ответственность. Вы у нас самая ответственная сфера. Сфера ЖКХ несет не только тепло, добро и уют в наши дома и дворы, но также мы видим, что они на равных с настоящими спортсменами участвуют в спортивных баталиях. Хочу вам пожелать быстрых секунд, удачи на дорожках, на наших площадках и просто добра и любви. С праздником вас! Мы один уже забили, тяни время.